Consumption of alcohol and tobacco is injurious to health. Шри Баладжи Сайн Медиа представляет. Мятежник. В фильме снимались Прабхас, Таманна, Дикши Сетх, Кришна Мраджу, Брахманандам и другие. Продюсеры Бхагаван и Пуларалу. Автор сценария, композитор и режиссер Ракхава Лоуренс. Не могла после храма вернуться домой пораньше? Что там делать так долго? Я исполняла обряд, и как раз в середине пошел дождь. Пришлось задержаться. Вечно одно и то же. Ты знаешь, как я волновался. Прости, дорогой. Ты всегда знаешь, как меня усмирить. Эй, ты! Прошу, не делай этого, едем отсюда, я боюсь. Подожди, этот мерзавец поставил свой байк прямо посреди дороги. Вспомни, кого ты хочешь арестовать. Может, это их план. И я должен их отпустить, если это их план. Умоляю тебя, едем отсюда, мне страшно. Я не переживу, если с тобой что-то случится. Пожалуйста, уедем. Умоляю тебя.
Приветствую. Инспектора больше нет. Дэвид, деньги. Спасибо, сэр. Спасибо. Мы господину Нану. Будь осторожен. Сэр. Вам Энтони и Дэвид. Проси. Здравствуйте, сэр. Инспектор мертв. В этом чемодане 5 миллионов. Забирайте. Спасибо, сэр. Сэр, одна просьба. Мы можем встретиться со Стивеном Робертом? Это твои люди? Да? Да, сэр. На этот раз вам повезло. Убиты ваши помощники. Если вы еще раз спросите про Стивена Роберта, умрете вы. Уберите трупы. На какую платформу прибывает самолет? У самолетов полосы, а не платформы. А, уже поменяли. А колеса у них спереди или сзади? Под крыльями. Наверное, чтобы спрятать от солнца. Ты что, из деревни? А у них крылья такие же красные, как автобусы? У Кингфишер красные самолеты. Ясно. А они останавливаются, чтобы чаю попить, или летят без остановки? Что с тобой? Я что-то не так сказал? Ты хоть раз в жизни видел самолет? Какая разница? Думаешь, раз с букетом, то самый важный? У меня тоже есть. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте. Я могу вам помочь? Оплати мой кредит на 50 тысяч. Что? Когда прилетает самолет из Визага? Через 10 минут, сэр. Скажи, он летит через Варангал, Сурьепет или Мулали Джанкшн? Мне нужна точность. Точность! Он уже приземлился, сэр. Хорошо, спасибо. Симпатичный костюмчик. Кто шил? Портниха. К портнихам все ходят. Сколько тебе лет? На службе. Мы не даем такую информацию. Тогда пригласи меня домой. Закрой рот. Самолет залетит. Он отличается от всех. Наверное, наш человек. Здравствуйте, сэр. Кепка. Сумка. Туфли. Мое имя Нара Сараджо. Друзья зовут меня Насараджо. Как меня зовут? Ладно. Босс попросил меня быть вашим гидом на 3 месяца. Я знаю все туристические места в этом городе. Соня Ганди всегда пользуется моими услугами, когда приезжает сюда. А теперь вы. Вам повезло. Что молчит? Может, не мой? Что это значит? Я с ним так любезен, а он даже не ответил. Ну, конечно. Наверное, завидует, что я такой красавец. Босс приказал подыскать тебе дом. Вот смотри, это лучший из всех, что мне удалось найти. Водоснабжение, электричество и мое общество 24 часа в сутки. Послушай, с тех пор, как ты прилетел, ты не сказал ни одного слова. В чем дело? Мне кажется, я умру, если ты не заговоришь. Прошу, скажи что-нибудь.
Что за судьба? Что за судьба? Приветствие солнцу. Я думал, он какой-то проходимец. А похоже, он хороший парень, раз он такой набожный. Может, после молитвы он наконец заговорит. Уже сил нет. Простите, сэр. Я не знал, что вы такой богобоязненный. Господи. Минуту. Давай пей. Наслаждайся. После молитвы надо было посыпать голову священным пеплом, а не пить. Это для таких, как я, а не для тебя. Скажи что-нибудь. Ну, скажи. Прошу тебя, заговори, наконец. Говори. Я только что выпил. Не зли меня, прошу. Заговори, прежде чем я досчитаю до пяти. Один, два, три, четыре. Прошу, скажи, когда ты заговоришь? Стивен Роберт. Кто это? Молчал, молчал, и с самого первого слова решил спросить про Стивена Роберта. Умоляю, больше не спрашивай меня о нем. Умоляю. Ладно, я все тебе расскажу. Полиция никогда его не видела. И бандиты, которые на него работают, тоже. Ты видел здесь людей, которые на него работают? Видел. Покажи их мне. Хорошо? Но при одном условии. Я покажу их тебе издалека. А то они убьют меня. А скажи, зачем тебе это нужно? Ладно, идем. В первый раз вижу, чтобы кто-то надевал шлем в машине. Если я его не надену, ты увидишь меня в последний раз. Ты спрашиваешь про Стивена Роберта. На самом деле, я бы хотел, чтобы у меня был костюм робота, но его забрал Раджникант. Хватит болтать. Говори, куда идти. На четвертый этаж, там услышишь музыку, скажи им, что ты пришел один. Обо мне ни слова. Hello. Ты кто такой? Чего тебе надо? Хочу поговорить с твоим боссом. Зачем он тебе? По делу. Томас, к тебе пришел какой-то парень. Кто он? Зови. Иди сюда. Говори. Я по личному делу. Слушаю. Босс, один человек хочет встретиться со Стивеном Робертом. Похоже, большое дело. Если у него дела со Стивеном Робертом, он бы не пришел к нам. Он пошел бы прямо к Нану. Нам не нужен этот парень. Ничего не выйдет. Уходи. Это хорошее дело, братец. Я хочу встретиться со Стивеном Робертом. Зачем ты бьешь меня? Тихо! Дайте мне палку. Ты не понял? Убирайся! Тебе повезло, что я в хорошем настроении, иначе я убил бы тебя на месте.
Парни, музыку! А я-то думал, он храбрец. Но ничего, я с ним дома поговорю. Пьешь. Пей. Козленочком станешь. Сидит тут спокойно, будто побил целый полк. Когда ты спросил меня про Стивена Роберта, я подумал, что ты настоящий огонь. А ты даже сдачи дать не можешь. Непутевый. Убери ноги. Убери. Вставай. Вставай, тебе говорят. Что уставился? Вставай. Вставай. Какой прок от твоего двухметрового роста? У меня всего полтора, и все меня боятся. Нагнись, а то я не достану. Нагнись. Сядь. Думаешь, ты один пить умеешь? Кого недавно убили люди Стивена Роберта? Зачем ты о нем говоришь? Лучше думай про Ильяну. Может, она тебе приснится. Знаешь или нет? Опять он начинает. Что же это такое? Давай пропустим по стаканчику и спать. Боишься? Ты так спрашиваешь, будто собираешься сводить меня кино посмотреть. Что? Думаешь, я за деньги на все готов? Ну ладно, так и быть. Они убили полицейского, но я туда не поеду. Ты же взял деньги. Ладно, поехали. Нет, я сам. Чтобы арестовать Стивена Роберта, отец собирал улики 2 года, но так и не успел их предъявить. Они зверски убили его и маму. Вы не обращались в суд? Мне надо заботиться о сестре. Не хочу, чтобы она осталась сиротой, если что-то случится со мной. Я все бросил ради нее. Можно взглянуть на эти документы? Нет! Кто вы такой, чтобы мы вам их показывали? Уходите! Брат, зачем ты вообще с ним разговариваешь? Но... Умоляю вас! Они уже убили наших родителей. У меня остался только брат. Вы хотите, чтобы и его убили? Но Стивен Роберт... Я не знаю никакого Стивена Роберта. Уходите. Послушай. Не говори ничего. Уходите. Мадам, вы слышите меня? Нет, уходите. Одну минуту. Уходите. Сначала вы меня выслушаете, а потом делайте, что хотите. Подождите, я все принесу. Здесь нет фотографий, только имя. Никто не видел его? До сих пор никто, только Нану. Он ведет все дела Стивена Роберта в Хайдарабаде. Стивен Роберт. Это один человек или двое? Двое. Первый, Стивен, очень влиятельный. 2 года назад он стал сотрудничать с Робертом, и они вышли на очень высокий уровень. Если я предложу Нану сделку, я смогу встретиться со Стивеном и Робертом? Это не самый лучший способ для твоего плана. Но тогда что мне делать? Есть только один путь узнать что-то про Стивена и Роберта. Нандини, дочь Нану. Она все для него. Нандини не нравится то, чем занимается ее отец, поэтому она уехала в Бангкок и преподает там танцы. Энтони, он работает на Нану, решил использовать эту возможность и послал к ней своего брата, Томаса. Нандини, Бангкок.
Знаешь эту девушку? Супер. Я спрашиваю не о том, нравится она тебе или нет, а о том, знаешь ли ты ее. Откуда мне ее знать? Кто она? Моя любовь. А Шилпа Шетти твоя жена. Айшвария Рай любовница. Неужели ты способен кого-то любить? А она тебя любит? Поэтому я и еду в Бангкок. И слава богу, поезжай. У меня уже сил нет тебя выносить. Поезжай. Собирай чемодан. А с чего я должен собирать твои вещи? С того, что ты едешь со мной. Я не подумаю. Ты едешь. Нет. Едешь и точка. Самолет сегодня в 4 утра. Пора брать билеты. Я сейчас взорвусь. Мне нужно в туалет. А в самолете не мог сходить? Если он поймет, что я об этом не знаю, я буду выглядеть круглым дураком. Ты не знал, что в самолете есть туалет? Знал. Но не хотел гадить на людей с такой высоты. Наша квартира.
Брось свои штучки, где она живет? Нашел. Твой стиль этому месту не соответствует. Придется менять. Сколько нам еще ждать? Скажи, что ты любишь ее. Брат отправил меня сюда, чтобы я завел с ней роман. Если этот план провалится, он убьет меня. Так что надо подождать подходящего случая. Будешь долго ждать, кто-нибудь другой ее окрутит. Кто? Не мешай, у меня романтическое настроение. Это моя девушка, я ее люблю. Жадничать нехорошо. Она тебе по росту не подходит. А мне в самый раз. Это неинтересно, целовать высокую девушку. Гораздо интереснее поднять невысокую и поцеловать. Сам подумай. Здравствуйте, сэр. Я могу вам помочь? У тебя волосы, как кокосовое волокно. Я могу вам помочь? Я могу вам помочь? У вас тут на Телугу никто не говорит? Шантанья. Шантанья. Вы что-то хотели? Уроки танцев. Телугу? Да. Откуда вы? Из Хайдарабада. Замужем? Нет. А детей сколько? Пятеро. Говори с ней сам. Я хочу научиться танцевать. Какой стиль? Брейк, фолк, рок, рэп, хип-хоп, сальса? Мы же про танцы спрашиваем, а не про овощи. Это стили танца. Да я знаю. Бог с ней, сальсой. Научите его кучипуди. Он ненормальный, не слушайте его. Что? Вон та девушка какой стиль преподает? Хип-хоп. Да, хип-хоп. Вы оба будете учиться? Я один. Нет, оба. Вот плата за обучение. Мадам! Ладно, девочки, отдохните. Мадам, это новые ученики, они говорят на телугу. Хорошо, я разберусь. Да. Привет, я Нандини. Здравствуйте, мадам. У тебя голова есть? Привет, я Нарасараджу. Все меня зовут Насараджу. Ответила. Ладно. Давай станцуем. Я не ваш инструктор. Подождите здесь. Сейчас я ее позову. Ну хорошо. Сегодня разминка. Завтра начнем урок. Окей. Идет. Джесси! Джесси! Да, мэм. Где он? Я Джесси, инструктор. Мои очки. Спасибо. Привет, потанцуем? Идем. Мадам, у меня один вопрос. Вы танцы преподаете или кунг-фу? Что? Разве я не похожа на учителя танцев? Что ты обо мне думаешь? Музыку! Y'all gon' make me
Хватит, хватит! Хип-хопе надо всем телом трясти, а не одной его частью. Эй, мистер! Да. Это хип, а это оп. Вместе хип-оп. Всего-то. Так и я могу. Музыку! И это танец. Дергаешься, будто у тебя нервный тик. Рот закрой. И чтобы завтра был в классе. Почему ты ушел и мне ничего не сказал? А ты что хотел? Чтобы я подошел попрощаться? Эта старуха достала меня со своим хип-хопом. Мы же пришли ради Нанду. Мы? Вообще-то я. Я пошел с тобой, потому что ты в нее влюблен. Но увидев Нанду, я сам в нее влюбился. Братец, как ты можешь быть моим конкурентом? А что ты о себе возомнил? Думаешь, если у тебя 6 футов роста и 6 кубиков на животе, так все женщины твои? А как быть лысым и невысоким? Да половина индийцев такие, как я, с животом и без волос. Братец, прошу тебя, откажись от нее. Ладно, ладно, раз ты так просишь, у меня предложение. Какое? Ты должен добиться ее любви за неделю. Или возвращаемся в Индию. Договорились. И еще одно предложение. Еще одно? Я даже помогу тебе завоевать Нандине. Спасибо, братец. Тогда я точно добьюсь успеха. Я тебя зову. Да. Да не тебя. Эй, мистер, иди сюда. Твое место здесь. Девочки, перерыв. Ребята, начинаем. Начнем наш урок. Они пусть репетируют, правильно? Да не смотри ты на меня. Что ты отвернулся? Ладно, повторяй за мной. Боже мой. Не сюда смотри, а сюда. Извини. Хорошо. Вот так? Стоп. Дэвид? Да, мам. Ты знаешь это движение? Да. Покажи ему. А ты тренируйся. Завтра мне покажешь. Чего уставился? Классная фигурка? Да. Очень. Как тебя зовут? Откуда ты? Что молчишь? Онемел? Тебя попросили не допрашивать меня, а показать мне танец. Раз. Послушай. Да? Сколько тебе лет? 22. Совсем как и мне. Ничего себе. Мне тоже 22. Начнем тренировку. Идем. Начали. Раз, два, три, четыре. Подожди. 5, 6, 7, 8. Так я тоже могу. Показывай танец. Ладно, поехали. Стоп. Хип-оп, хип-оп. Все время одно и то же. Давай что-нибудь другое. Ладно, начнем другое движение. Вот это хип, а это оп. Вот так? Да, хип-оп, хип-оп. Хип-оп, хип-оп, хип-оп. Хип-оп. Хватит, умоляю. Майкл Джексон умер таким молодым, потому что увидел, как ты танцуешь. Да свинья двигается лучше, чем ты. То-то я смотрю, что ты лучше меня танцуешь. Вот именно. Что? Хочешь сказать, что я свинья? Ты мне нравишься. Зачем ты меня сюда притащил? Нандин приходит сюда после занятий. Повернись, она как раз за твоей спиной. Точно. Ты же обещал мне помочь. Прошу, сделай что-нибудь. Ладно, я что-нибудь придумаю. Спасибо. Жди здесь. Мадам.
Можно вас на минутку? У меня к вам дело. Какое? Пожалуйста, не смотрите на меня так, я стесняюсь. Идемте, мой друг хочет с вами поговорить. Ладно. Прошу вас. Эй, парень, иди сюда. Идемте, мадам. Я ее предупредил, теперь можешь сказать, что ты ее любишь. Не понимаю, о чем ты. Говори, я тебя люблю. Что я должен сказать? Я тебя люблю. Говори. Я должен сказать, я тебя люблю этой девушке? Да говори же. А как же моя кузина? Ты меня ударил? Я пытаюсь тебе помочь. А ты бьешь меня прямо перед ней. Я же люблю мою кузину. Как я могу признаться в любви ей? Как? Ты что? Да разве можно эту девушку сравнить с моей кузиной? Ты хочешь, чтобы я предал свою любимую? Умоляю, не бей меня! Я же тебя просил! Сита, Гита, Мона, Сони, Мини, Сону, Джесси, все сюда! Все сюда! Что случилось, мадам? Он унизил меня, это ужасно. Кто это сделал, я ему покажу. Помолчи. Тишина. Парень, который пришел сюда учиться танцевать, сказал, что я некрасивая. Неужели? Джесси, я и так нервничаю, не зли меня. Он сказал, что его кузина лучше меня. Ему не нравится ни мои глаза, ни моя фигура. Малышка, не волнуйся, я заставлю его сказать, что ты настоящая красавица. Джесси, я схожу с ума. Боже, ты знаешь что, возвращайся в Индию. Ты ударил меня на глазах у Нанди, когда я пытался тебе помочь. Нечего тебе здесь делать, убирайся, я останусь здесь вместе с Нандини. Идем. Братец, послушай, это же нечестно. Я не специально тебя ударил, это была ошибка, извини. У Нандини такая фигурка, она преподает танцы. Ей любой признается в любви. Если я буду говорить то же самое, она и не взглянула бы на меня. Поэтому я сделал наоборот. Прости, я виноват. Подожди-ка. А ты здорово помнил после того, как подружился со мной. Поможешь мне еще раз? И как? Еще раз подойди к Нандине и скажи, что я люблю ее. Ладно, даю слово. Спасибо. Сейчас и подойду. Спасибо. А на этот раз ты не будешь меня бить? Нет. Слово? Слово. Обещаешь? Обещаю. Ну ладно, договорились. От болван. Избил меня на глазах у девушки. Она наверняка меня жалеет. А это первый шаг к любви. Да. Где Нандини? Она идет, сэр. Привет, малышка. Привет. Садись. Папа, зачем ты приехал? Ну, ты же не приезжаешь. Мне захотелось увидеться со своей дочерью, вот и все. Только один вопрос. Тебя здесь... никто не беспокоит? Скажи мне честно. Нет, папа. Мне здесь очень хорошо. Только ты приезжаешь, беспокоит меня. Ладно, ладно. Может, тебе нужна охрана? Я приехала в Бангкок, потому что мне все это не нравится. Если ты будешь настаивать, я уеду еще дальше. Нет, нет, нет. Но тебе действительно никто не мешает? Папа, мне нужно в бассейн. Поверь, я здесь очень счастлива. Хорошо, дочка. Я верю тебе. Ладно, папа. Мне пора. Спасибо. Береги себя. Пока. Пока. Она? Где ты был? Встань у двери и следи, чтобы никто не вошел. Слушаю, Дэвид. Нану здесь. Нану? Зачем он приехал? Думаю, он что-то подозревает. Он все еще с ней? Нет, ушел. Будь осторожен. Да, брат. Куда смотришь?
Нандини, наверное, уже в бассейне. Идем. Подожди здесь, я с ней поговорю. Мэм? Быстро в класс. Или я тебя уволю. Ладно. Иди, дорогой. Да. Тебе нравятся мои движения? Ладно, она ревнует. Увидимся на тренировке. Пока. Пока. Я пытаюсь помочь тебе заполучить Нанду, а эта тетка чуть было меня самого не заполучила. Это потому, что ты такой секси. И что, теперь все будут на меня кидаться? Зачем я ей нужен? Плеш пробивается, и живот висит. Это верно. Но забудь ненадолго о своих проблемах и сведи меня с Нандини, пожалуйста. Когда тебе от меня что-то нужно, ты такой вежливый. Ладно, стой здесь, я сейчас. Мадам? Что? Выйдите на 5 минут, мне надо поговорить с вами. Вчера вы двое тут подрались, заявили, что его кузина красивее меня, а потом ушли. А я тут стояла, как круглая дура. Поэтому он и хочет теперь извиниться, прошу вас. Ладно. Хотя бы сейчас скажи, что ты ее любишь и что все это подстроил. Брат, что-то эти двое слишком нарываются. Вижу, как раз нужный момент, чтобы показать им мою силу. Она идет, говори. Говори, я тебя люблю. Что ты отворачиваешься? Ты же обещал, что не будешь меня бить, теперь опять начинаешь. Молчи. Сколько я еще должен молчать? Ты совсем спятил? Как я могу ее любить? Для этого недостаточно просто иметь глаза, нос и уши. Они хотя бы должны быть симметричными. Симметричными? Это ты про что? Про улицу? Про Бангкок. Ясно. Моя кузина похожа на Луну. А она на какое-то привидение. Смотреть страшно. С ней хорошо танцевать, но влюбиться... Извини. Да что ты о себе возомнил? Как ты смеешь так говорить обо мне? Иди-ка сюда. Зачем он тебе? Это вас не касается, мадам. Нет, мадам, он побьет меня. Иди сюда. В чем дело? Что происходит? Ничего. Ты что вытворяешь? Я тебя спрашиваю. Ты что, не видишь, как она красива? Я уже месяц жду, чтобы она хотя бы заговорила со мной. Иди сюда. Извинись перед ней. Извинись. Хватит на меня смотреть. Проси прощения. Проси прощения. Дэвид, прошу, оставь его. Мне не нужны проблемы. Не трогай его. Раз мадам просит, я тебя не трону. Идемте, мадам. Прошу вас. Ты что кричишь? Эта тетка изнасиловала меня. Кто? Это. Хип-хоп. Вместо того, чтобы учить меня танцам, она сказала, что хочет меня изнасиловать. А зачем ты сопротивляешься? Пусть. Так ей уже не 16, а все 60. А тебе 16-летняя нужна? Какое тебе дело? Там Нанди не вовсю танцует с тем парнем. Я жду, когда она придет сюда.
Она идет. Я кое-что задумал. Подыграй мне, пожалуйста. Я был бы рад весь день любоваться своей кузиной. А приходится смотреть на эту унылую танцорку. Что ты сказал? Ты здесь? А ты не видел? Послушай. Если твоя кузина красивее меня, можешь хоть молиться на нее, но это не дает тебе права меня унижать. Я никогда не говорил, что ты некрасивая. Я только сказал, что моя кузина намного красивее. Позови сюда свою кузину, и мы посмотрим, кто из нас красивее. Понял? Моя любовь сюда не приедет, но ты можешь прийти ко мне посмотреть на нее. Говори, куда я должна прийти? Адрес. Минутку. Вот адрес. Я приду. Увидим, насколько она красивее. Восхитительно. Боже. Если я вот так пройдусь перед ним. Нет, а если он опять скажет, что его кузина красивее меня? Что тогда? Малышка, ты ошибаешься. Подброси тебе идейку. Если он говорит, что его кузина в саре неотразима, почему бы тебе не прийти в купальнике? Что скажешь? А почему ты сама в купальнике не ходишь? Почему? Я пробовала. Три трупа и один в коме. А с тобой ничего? Я сильная девушка. Чем без толку смеяться, лучше подскажите, что мне надеть. Пример саря, мы подскажем, какой лучше. Плохо. Спереди. Сзади. Ну как? Ужасно. Вот это да! Супер! Правда? Да, мадам. Если его кузина вас увидит, она повесится на этом самом саре. Да. А если его кузина окажется красивее, кто должен будет повеситься на этом саре? Джесси, малышка, замолчи, ясно? Или я убью тебя. Ищу этого Риши. Иду. Возвращайся. Возвращайся. Моя кузина. Каждый день проходит здесь, поэтому я выложил ее путь цветами. Знаешь, она такая красивая. Я тебя спрашивала? Неважно, все равно она просто прекрасна. Ладно, проходи, садись. Послушай, цветы нужны людям, цветам. Цветы не нужны. А кто здесь цветок? Я. Ладно, садись, пожалуйста. Моя дорогая, моя любимая... Здесь твоя самая большая поклонница. Выходи и дай ей автограф. Автограф? Ладно. Она сказала, что не выйдет. Иди ты. Но будь осторожна. Не наступи на цветы. Смотри. Моя кузина. Господи, пусть я буду красивее, чем его кузина, умоляю. Посмотри на эти глаза. Такие сексуальные. Мне так и хочется все время на них смотреть. Но я не могу.
Не выдерживаю этого огня. Какие глаза. А твои? А эти губы? Они нежнее лепестков розы. Так и хочется укусить. Такие чувственные. Вот это губы. А у тебя? У всех есть талия, но посмотри, как изящна моя кузина. Подожди. Мне так и хочется поцеловать ее. Но нет. Я хочу прижаться к ней и заснуть. Ну что? Разве я могу не сказать, что моя кузина намного прекраснее тебя? Как тебе моя кузина? Ужасно. Baby, you're gonna go, my your clothes are closer, come to me. Baby, you're gonna go, my your clothes are closer, come to me. Wake you, looky, little rebel. Read you, get your rebel. Go, excellent to need figure room, ultimate to Napogaru. No one in the Okatai Pote, Keka, marvelous Unicolor, must mass on Apavaru. Nikunaku love by Pote, Keka, Poma Ke, Undegli, Nuvena Lo Piri. Manasulopala wouldn't a matter de that you bet the gate or a pretty or a pretty or a excellent to need figure room, ultimate to Napogaru. No, then okay, but the Baby, you're gonna call me, your clothes are closer, come to me. Baby, you're gonna call me, your clothes are closer, come to me. We can look at a little rebel. Read you, get your rebel. Come. Uno, dos, tres, cuatro. మనసేమని అన్నది చెప్పున బోలో ఈ ఉన్నది లేదని తప్పులు చెప్పడమేంటో నా గుండెను తప్పున పీల్చక తల్లో అంతులేసి నీ రెండు కళ్ళలా ఉన్న ప్రేమనే చెబుతుంటే రెండు పెదవులా తీపి మాటనే చెప్పనంటే నా మీదొత్తే నీకేవో మనసుంటే ఆ మనసే నాదనుకుంటే లావి 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 బేబే 1 4 3 అల్టిమేట్ నా పొగరు నువ్వు నేను ఒకటైపోతే కేకా మామల సునీ కలరు మస్త్ మాసు నా పవరు నీకు నాకు లవ్ అయిపోతే కేకా Get it up.
కేక్కా Их ты еще можешь прогнать своим взглядом, но не меня. Что тебе нужно? Ты. Ты мне нужна. Ты сломалась в тот момент, когда я сказал, что ты моя кузина, да? Признайся, что любишь меня. Кто сказал, что я сломалась? Разве не ты? Заткнись. Да, я влюбилась в тебя с первого взгляда. Да? Тогда почему сразу не сказала? Скажи, я люблю тебя. Скажи. Ну же, скажи. Не сейчас. Сначала мне нужно обсудить с тобой кое-что с глазу на глаз. Всего 5 минут. Скажи, что ты меня любишь. Я больше не могу ждать. Но ты ничего не знаешь о моей семье, а я о твоей. Ладно, ты первая расскажешь. Или сначала я? Ты говори. Ладно. Моя семья. Мой отец – страховой агент. Не понимаешь? Корпорация пожизненного страхования. Мама – домохозяйка. Она очень вкусно готовит. Я не выношу насилия. И боюсь драк. Вот родители отправили меня в Бангкок. В Хайдарабаде слишком опасно. Так ты из Хайдарабада? Да, а ты? Не торопись. Ты правда боишься драк? У меня крепкие мускулы, но слишком мягкий характер. Вспомни, как тот парень бил меня у бассейна. Ты же была там. Я просто стоял. Даже мой полутораметровый дружок меня бьет. Но я не обижаюсь. Потому что я добрый. Я тебя спрашиваю, потому что мой отец очень известный бандит в Хайдарабаде. Его зовут Нану. Он работает на Стивена и Роберта. После смерти моей мамы я видела слишком много насилия. Отец убивал людей прямо у меня на глазах. Я уехала. Уехала, потому что больше не могла этого выносить. Тогда я решила, что моим мужем должен стать хороший, добрый человек. Неважно, если у него не так много денег, но он будет заботиться обо мне. Поэтому я и спросила тебя о семье. Что ты молчишь? Ты не хочешь... Не хочешь любить дочь такого отца? Не в этом дело, Нанду. Но на твоем месте я сделал бы одно полезное дело. Не понимаешь? Если бы ты захотела, ты могла бы спасти множество семей. Но ты не можешь этого сделать. Полезное дело? Скажи, какое я сделаю? Никто, кроме твоего отца, не знает, как выглядят Стивен и Роберт. Если бы ты передала полиции их фотографии, ты бы многим помогла. Но ты этого не сделаешь. Никогда не сделаешь. Честно. Сделаю. Ведь ты просишь сделать у меня хорошее дело, а не плохое. Честно. Верно? Я это сделаю. Обещаешь? Клянусь нашей любовью. Я люблю тебя. А теперь скажи, что ты меня любишь тоже. Обними меня покрепче и скажи. Скажи. Я люблю тебя. Боже. Что? Если нас увидят люди твоего отца... Да, я понимаю. Я закажу билеты, поедем в Хайдарабад, да? Да. Будем любить друг друга в Хайдарабаде. Пока. Иди. Ты мне с самого начала показался подозрительным. Притворяешься, что любишь Нанду. Так и говори о любви. Зачем ты расспрашивал про Стивена и Роберта? Кто тебя послал? Отвечай. Отвечай. Босс, он все равно ничего не скажет. Зачем рисковать? Убей его.
Да, босс. Я звоню брату в Бангкок, но он не отвечает. Выясни, в чем дело. Братец, проходите. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте. Что случилось? Подожди. Выведи пока машину, я скоро приду. Да, сэр. Проходите, поговорим. Слушаем вас. Говорите, братец. Как мы и предполагали, Нанди нехорошая девушка. Она сейчас едет домой. Мы можем получить фотографии Стивена и Роберта в любой момент. И еще для информации. Я убил брата Энтони Дэвида. Так что мое присутствие может быть опасным для вас. Я зайду всего раз, когда получу снимки. Берегите себя. Да, сэр. Добро пожаловать. Привет, папа. Фарук? Сэр? Отмени все мои встречи на сегодня. Да, сэр. Я хочу провести этот день с моей дочерью. Конечно, сэр. Я неправильно тебя понимала, потому и уехала. Прости меня, папа. За что ты просишь прощения, дочка? Ты же знаешь, я не люблю все эти разборки. Но однажды в Бангкоке я упомянула про Стивена и Роберта. Никто больше не захотел ссориться со мной. Я поняла, какое они имеют влияние. Какие они могущественные. Правда? Да, папа. Их знают даже в Бангкоке. Я такая глупая. Мне понадобилось столько времени, чтобы это понять. Неужели Стивена и Роберта никто до сих пор не видел? Это так трудно. Да. Для всех это трудно. Но не для моей дочери. Ты хочешь их увидеть? Да. Они так здорово дерутся, как настоящие злодеи. Они, наверное, очень сильные. Хорошие новости. Какие? Ты получила снимки? Да. Ты просил фотографии, но я нашла видео. Представляешь? Я сейчас приеду. Сейчас? Нет. Уже 11. Приезжай завтра. Видео. Как ты здесь оказался в такой час? Видео. Я же сказал завтра, уходи. Видео. Если отец услышит, будут неприятности. Видео. Плиз. Прошу тебя. Пожалуйста. Плиз. Ладно.
вставайте на пути у Стивена и Роберта. Брат, наверное, он принес фотографии. Что вам здесь нужно? Не догадываешься? Нет, не догадываюсь. Зашли поужинать. Сэр. Похоже, ты тоже хочешь на тот свет, как и твой отец. Кто приходил сюда расспрашивать про Стивена Роберта? Говори. Мы ничего не знаем, сэр. Не знаете? Нет, сэр. Босс. Думаешь, это твой шофер? Нет, теперь он мой. Отвечай. Никто не приходил? Нет, сэр. Нет? Нет. Нет? Нет? Кто-то уже дважды приходил сюда спрашивать про Стивена Роберта. А он сказал мне только вчера. Поэтому я убил его первым. А теперь ты скажешь мне, кто сюда приходил. Не скажешь. Но если я заберу ее с собой, ты сам приведешь его. Сэр. Брат. Риши, ты не отвечаешь на мои звонки. Где ты был? Сэр. 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 Люди Стивена и Роберта узнали, что вы к нам приходили и забрали мою сестру. Сэр, спасите ее. Умоляю. Спасите ее. Встань. Сэр. Встань. Теперь я знаю, что Стивен и Роберт – те, кто мне нужен. И я не пощажу никого. Она и моя сестра тоже. И я никому не позволю причинить ей вред. Никому. Вот это поворот. Лучше мне держаться от него подальше. Бежать! Что с тобой? В чем дело? Что это значит? Его зовут Мятежник. Это он нас избил. И сказал, что убьет меня, вас и даже Стивена и Роберта. Всех! Как он выглядит? Знаешь, почему я оставил тебя в живых? Передай, что есть человек, который убьет Стивена и Роберта. Грабить, убивать людей, обижать женщин, на это не нужно мужество. Передай, пусть сразятся со мной, лицом к лицу. Война началась. Пусть попробуют спастись. У них ничего не выйдет.
Стивен и Роберт видели разных хищников, но они еще не встречались с тигром, который, наконец, нашел добычу после 2 лет охоты. Я буду у вас завтра в 5. И я убью тебя, независимо от того, придешь ты или нет. А теперь иди. Иди, и если тебя спросят, скажи Стивену и Роберту, кто пришел на вашу территорию и убил ваших людей. Передай им. Я мятежник, знак их смерти. Его слова словно гром, а удары как буря. Мы еле спаслись. Где его искать? И где он? Он говорил, что даст нам шанс убить его, пока он будет курить свою сигарету, а потом пить кофе в этом кафе. Так почему его до сих пор нет? Слышите? Сигнал. Он уже здесь. Джордж, иди. Что? Один? Да, одного достаточно. Даже сотни будет мало. Мне повезло. У меня было индийское кино. А у них больше на голливудское смахивает. Пристрелите этого парня!
Можно я сбегу отсюда? Можно. Сэр, умоляю, простите меня. Эй! У меня есть хорошая новость. Я скоро тебя убью. Но я всегда вместе с хорошей новостью приношу и плохую. Это мой стиль. Плохая новость. Я убил твоего брата. Я закрою глаза и сосчитаю до трех. И прежде чем я их открою, здесь должно быть чисто. Один, два, три. Отвечай. Кто ты? Говори, Риши. Я задала вопрос. Я тебе отвечу. Но сначала убери от него руки. Риши не бандит и не преступник, как ты думаешь. Он сын нашего благодетеля, господина Пхупати. Господин приехал. Идем, брат. Люди чувствуют себя защищенными не потому, что верят политикам или Богу, а потому, что они верят полиции. Но такие полицейские им не нужны. Раджо, закрой этот участок. Констебль, ключи. Здравствуйте, сэр. Сэр, если вы закроете этот полицейский участок, мы все потеряем работу. Господин интендант, вы знаете, что он натворил? Лакшми, расскажи ему, что произошло.
Господин, это мой брат. Он не мой и не может говорить. Его обманули, когда он хотел продать нашу землю. Мы обратились в полицию. Этот человек сказал, что поможет нам, если я проведу с ним ночь. Простите. Нет, я этого не говорил. Сэр, он же ваш племянник. Ты что? Джайрам. Да, брат. Твой сын совершил преступление. Мы должны его отпустить? Нет, брат. Я... Стой! Стой! Слышал? Не имеет значения, наш это человек или посторонний. Виновный должен быть наказан. Раджо, ему не место. Ни в нашем доме, ни в нашей деревне. Выгоните его. Если ты еще раз попадешься мне на глаза, я убью тебя. И никогда не возвращайся, или тебе конец. Невестка, брат скоро придет. Почему твой сын так поступил? Это все мой злой рок. Моя жена умерла после его рождения, а сегодня и он сам умер для меня. Брат сильно не в духе. Ума, принеси кофе для господина. Лакшми, мне не нужен кофе. Я плохо себя чувствую. Не беспокойте меня. Подожди, послушай. Наш сын звонил. Приветствую всех. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, сэр. У каждого из вас есть гороскоп моего сына. В отличие от меня, он получил традиционное воспитание. Чтобы держать его подальше от этого кровопролития, я отправил его учиться в Бангалор. Скажите мне, что говорит гороскоп? Эй, свояк, что ты видишь в гороскопе? Судя по этому гороскопу, он очень хорошо научился драться. Что такое? Сэр, это ваш гороскоп или вашего сына? Моего сына. А в чем дело? Ни в чем. Просто в нем есть кое-какие несоответствия с тем, что вы говорили. Что вы имеете в виду? Ваш сын слушает музыку? Да, он очень любит музыку и всегда ходит в наушниках. Классика ему всегда нравилась. Музыка может сокрушить камень, но камни музыке не научишь. Что скажешь, младший? Я ничего не слышал. Вот и хорошо. А о чем вы задумались? Скажите, ваш сын влюблен? Мой сын не такой. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Эй, Риши. Я люблю тебя. Я люблю тебя, люблю, люблю, люблю. Сэр, он когда-нибудь прикасался к женщине? О чем ты говоришь? Я же сказал, он и не думает о любви. Какие могут быть женщины? Глубоко извиняюсь. Чтобы бегать за женщинами, совершенно не обязательно думать о любви. Хватит и 5000. Но по любви это можно сделать бесплатно. Сразу услышал болван. Господин астролог, скажите, на какой девушке он женится? Это не у нас, а у сына надо спрашивать. Что вы сказали?
Ничего, я просто смотрю. Сэр, она будет заботиться о его родителях, будет красивой, внимательной, воспитанной, образованной. Что, так много девушек? Вот любопытный. Сэр, не путайте нас, мы и так запутались. Я говорю про одну девушку, которая будет обладать всеми этими качествами. У вас хороший нос, вот и займитесь им. Господин астролог. Да, госпожа. Вы сказали, что запутались. В гороскопе моего сына что-то не так? Да, госпожа, здесь бумага порвалась. Астролог, говорите по существу. Нас не интересуют ваши проблемы. Конечно, сэр. Вот этот врежет так врежет. Послушай, своя, гороскоп этого парня совершенно противоположен тому, что он говорит. Сказать ему? Не вздумай. Если мы об этом расскажем, это нанесет удар по их гордости, и они убьют нас, так что молчи. Но это непорядочно по отношению к нашей профессии. Наша профессия должна нас кормить, а не убивать. Видишь этого парня? Если он пустит пулю тебе в башку, ты вряд ли за одно мгновение отправишься на небеса. Так что поддакиваем им, говорим, что они хотят услышать, и уносим ноги поскорее. А так можно? Господин, ваш сын очень хороший мальчик, уважает старших, ни с кем не спорит. Ничего не хочет слышать о девушках и держится подальше от всяческих драк. Но... Тихо! Ваш сын словно баша без прошлого. Билла без боев и мистер совершенства без подружек. Мы можем идти, сэр? Спасибо, что хорошо говорите о моем сыне. Я очень счастлив. Раджу. Выплати им такое вознаграждение, какое они никогда в своей жизни не увидят. Они хотят сказать, что лишат нас зрения? У тебя телефон звонит. Телефон. Зачем ты так кричишь? Боже мой, отец. Отец звонит. Да, папа. Ты завтра приезжаешь? Да, папа. Ты ходишь в храм? Да, дважды в день. А тилак носишь? Еще бы. Очень длинный. Классические гимны выучил? Да, папа. Даже в ванной тренируюсь. Привози своего учителя музыки завтра с собой. Хорошо. А зачем мне учитель музыки? Для занятий. У нас здесь нет музыкантов. Но учитель... Как я... А что, какие-то проблемы? Да нет, папа, за деньги любой приедет. За деньги? Я хочу сказать, не нужно тратиться на поезд, билеты и все такое. Приезжай скорее. Да. Мы ждем. Он едет. Все, я попался, попался. В чем дело? Завтра мне надо привезти домой учителя музыки. Какого учителя музыки? Мой отец отправил меня сюда учиться и заниматься музыкой. Учителя я так и не нашел, зато нашел тебя. А теперь попался. Вот именно. Хотя нет. Ты будешь моим учителем музыки. Я? Да. Но я не умею петь. И я не умею. А если твой отец все узнает? Он тоже ничего не смыслит в музыке. Прошу тебя, Дипали, тебе ничего не нужно будет делать. Думаешь, они поверят, что я учитель музыки? А думаешь, я похож на хорошего ученика? Придется врать. Ну что мы им скажем? Мой учитель музыки должен быть пожилым, а ты такая секси. Надо тебя загримировать. Не страшно, Риши. Не бойся, я с тобой. Но ты сам боишься. Ладно, что-нибудь придумаем. Я выберу нужный момент и расскажу ему о нас. Пожалуйста, помоги мне, дорогая, прошу тебя. Ну, пожалуйста. Ладно, поехали. Как же я поеду? Мне же нужно отпроситься у моих трех матерей. Извини, повтори, пожалуйста. Отпроситься у трех матерей. У тебя три матери? Да. Отойди-ка. Все. Моей жизни конец. Что с тобой, Риши? У тебя три матери? А отцов тогда сколько? Замолчи. Это ты замолчи. Не говори обо мне глупостей. Это ты говоришь глупости. Я влюбился в тебя. Но понятия не имел о твоей семье. Это же надо было так влипнуть. Какой ужас. Прикуси язык. Три матери, три отца. Дивное семейство. Восхитительно. Заткнись. Ни слова о моей семье. Идем со мной. Я покажу тебе свою семью.
Ты смеялся над моей семьей, да? Вот моя первая мать. Не понял? Это приют. У меня нет родителей. Я сирота. Меня подобрали на улице и принесли сюда. Она заботилась обо мне, пока мне не исполнилось 10 лет. А потом умерла из-за болезни. Идем, я покажу тебе мою вторую мать. И тогда Господь Иисус появился на небесах. Матушка, привет, дети. Привет, сестрица. Благословит тебя Бог. Это моя вторая мать. Матушка, это Риши. Я вам о нем говорила. Здравствуйте. Она растила меня до 15 лет. И всему меня научила. Мне так повезло. Очень повезло. Матушка, мне нужно поговорить с вами после занятий. Хорошо. Идем, я познакомлю тебя с моей третьей матерью. Проведи ручкой здесь, матушка. Благослови тебя, Господь, дитя мое. Матушка, это Риша. Здравствуйте. Это моя третья мама. Когда мне исполнилось 15, меня направили сюда. Теперь она заботится обо мне. Теперь ты знаешь о моей семье все. Матушка, мне нужно с вами поговорить. Я отведу детей в класс и вернусь. Подождите меня в кабинете. Давайте. Идемте, дети. Пойдем. Риши. Риши. Ты что, Риши? Все же смотрят. Прости, я наболтал ерунды. Ты не сирота. Я же с тобой. Я люблю тебя. Риши, пожалуйста. Риши! Дипали рассказала нам о тебе и твоей семье. Можешь забрать ее? Благодарю, матушка. Идем, Дипали. Подожди, сынок. В чем дело? Дипали у нас особенная. Правда? Мы не можем просто так отпустить ее. Мы хотим устроить прощальный вечер в ее честь. Сегодня? Да. А завтра уедете. Хорошо. Иди, подготовься к празднику. Да, матушка. Поторопись. Да, верно. Сестрица, ты намного красивее дяди. Сестрица, какая ты, я знаю. Можно мне прикоснуться к дяде, чтобы узнать, какой он? Конечно, он здесь. Прикоснись. Ну как? Очень хороший. У дяди очень доброе сердце. Он будет хорошо заботиться о нашей сестрице. పండే వెలుగల్లే తొలి దివాలి కలి
చెప్పలేని ఆనందం గుప్పు మంది గుండెలోన జగమంతా మనవారే అనుకుంటే పరులేలేరే ఒకటే కొమ్మ పువ్వులు ఎన్నో ఒకటే సంద్రం అలలెన్నో అణువణువు మన ప్రాణం అందరి కోసం నలుగురిలో చూడాలి మన సంతోషం ఈ మాటకు రూపం దీపాలి 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 చెప్పలేని ఆనందం గుప్పు మంది గుండెలోన పిలిచింది నన్ని చోటు ఇటుగానే వచ్చాకే తెలిసింది నాలో లోటు చూడని కళ నిజమైలా మార్చేసింది నన్ను నీలా అరి నిన్న అటు మొన్న మనసేమన్నా ఇక పైన ప్రతి అడుగు నీ జతలోన అని నీతో రాన దీపాలి 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 హో దీపాలి దీపాలి Пока, малышка. Пока, сестрица. Счастливого пути. Наш спектакль начинается. Я ждал современного парня, а он выглядит таким старомодным. Господин воспитал своего сына в соответствии с традициями. Когда он таким стал? Папа! Он должен быть тигром, а выглядит как мышь. Она хоть и седая, но фигурка очень даже. Бесстыдники! Папа! Вот это воспитание. Встань, сынок. Ты вырос таким, каким я и хотел. Если бы ты только знал. Сынок. Да, мама. Сынок. Я слушаю, мамуля. Когда твой отец встречается с тобой, он выглядит таким же счастливым, как в тот день, когда ты появился на свет. Я чувствую то же самое, мама. Сынок. Племянник.
Дядя! Встань, сынок. Встань. Брат, меня переполняет гордость. Надо же. А меня стыд. Папа, это мой учитель музыки. Вы же учитель, вы не должны так делать. Папа, это я ее попросил. Эй, старушка, веди себя как подобает возрасту. Хватит валяться у них в ногах. Эй, бездельник, дай мне руку. Да, учитель. Больно. Старая, спина болит. В честь возвращения нашего сына мы приглашаем вас на торжественный обед в храме. Все должны там быть. Да, господин? Что это, папа? Что это? Ничего, сынок. Садись рядом с матерью. Учитель! Еще в детстве, когда мой сын пел гимны, я думал, что он станет великим певцом. Мы хотели, чтобы кто-нибудь танцевал под его песни. И решили найти хорошего учителя танцев. Раджу, позови его, пожалуйста. Мастер, заходите. Приветствую. Меня зовут Камал Хасан Шившанкар. Если вам удастся, не прерываясь, петь под мои танцы, вы победитель. Или я победитель, если смогу непрерывно танцевать под вашу песню. Итак, кто будет петь? Мой сын. Этот мальчишка? Где Северо-Восток? Вон там. Какой хороший нос. Много я таких повидал. Господи, только мы с тобой знаем, что танцор из меня никакой. Я согласился только потому, что у меня не было работы. Умоляю, пусть это останется между нами. Сейчас я буду танцевать. Вы музыканты? Неплохо. Я готов. Договоритесь, что ты будешь петь и что он будет танцевать. Ты какие танцы знаешь? А какие вам нужны? Кучипуди, Катхакали, Манипури, Гатамапури. Гатамапури? Да, последний танец из Арисы. И ты все это изучал или просто слышал? Мистер, не говорите так, а то я рассержусь. Что вы будете петь? Почему они так друг с другом говорят? Когда встречаются великие артисты, споры неизбежны. Я знаю классическую музыку, бенгальскую, малоялламскую, все, что есть на CD. CD? Да. Я чист, как CD. Кто твой учитель? Камал Хасан из «Слияния двух рек». Манджуб Харкави из «Медальона Шанкара» и господин Шив Шанкар. Все они мои учителя. Ты готов? Боже. Кажется, очень знающий человек. Надо его слегка припугнуть. Ты когда-нибудь видел человека, который умер во время танца? Кажется, он хочет меня запугать. А вы видели человека, который умер во время пения? Я готов. Зачем мне зря напрягаться? Все равно проиграю. Может, лучше сразу сказать правду? Я же все равно ему проиграю, так зачем оставлять себя дураком? Лучше все рассказать отцу. Папа! Сэр! Кажется, он такой же мошенник, только притворяется. Может, договориться с ним? Что вы там бормочете? Папа, он еще раз хочет все обсудить. Одну минуту.
Мастер, мне вам нужно кое-что сказать. И мне тоже нужно кое-что сказать. Вы старше, говорите первым. Я не умею танцевать. Не умеете танцевать? Попался. Но все говорят, что ты великий мастер танца. В молодости я часто плясал на похоронах. А потом за небольшую плату Амкар выписал мне сертификат об окончании танцевальной школы. А мастер Шившанкар подарил вот этот медальон. Так что в танцах я не знаток. Но и вы, похоже, не умеете петь. По сравнению с твоими танцами, я очень даже неплохо пою. А знаешь, что будет, если мой отец об этом узнает? Что? Он пристрелит тебя из своего ружья. Приветствую, господин. Умоляю, спаси меня. Я еще даже не женат. Ладно. Я начну петь, а ты притворись, что выбился из силы, падай, ладно? Да. Договорились? Да. Начинаем? Начинаем. Мы готовы. Готовы. Начинайте. Что за бред? Боже, вы так хорошо поете. Да, слава Сиди и всем композиторам. Сиди? Но вы же пели... Ребята, что-то он разговорился. Выведите его. А если господин узнает? Тебя вышвырнут отсюда раньше. Папа. Фантастика. Молодец. Здравствуйте, сэр. Садись. Сэр, вы помогли мне получить депутатский мандат в прошлом году. Надеюсь, вы снова меня поддержите. Я очень на это надеюсь, сэр. Очень. Ума. Да. В вашем районе есть вода? Привозят раз в неделю, сэр. Венкатрау? Да, хозяин. Какие дороги на твоей улице? Сплошные ямы, сэр. Слышал, Симандри. Люди тебя выбрали, чтобы ты им помогал, а не наслаждался жизнью. Если бы ты делал свое дело как следует, люди поддержали бы тебя. И ты не пришел бы сюда. Понял? Уходи. Господин, можно с вами поговорить с глазу на глаз? Всего 5 минут. Прошу вас, не отказывайте мне. Пожалуйста, сэр. Господин, только вы можете меня спасти. Если я потеряю власть, я потеряю и жизнь. У меня много денег. Я отдам вам все, только умоляю. Поддержите меня. О, мамочки. Нет. Нет. Я мог бы убить тебя. Но такой мятежник, как я, не опустится до этого уровня.
И никому ни слова. Если люди об этом узнают, они потеряют доверие к тебе. Идем. Улыбнись. Иначе они что-нибудь заподозрят. Да не так. Мне не победить. Пока он жив, мне не победить. Черт возьми! Убейте его! О ком вы говорите? О том старике, который с улыбкой вывел меня из своего дома. Болван! Перережьте горло этому пхупати. Но это... Не в наших силах, сэр. Вы же такие крутые. Не можете убить одного старика? Никто в этом штате не станет убивать его, сэр. Тогда позовите людей из Бихара. Завтра в честь своего сына он устраивает праздник в храме богини Кали. Скажи своим людям, пусть переоденутся в женщин и прикончат его. Он должен умереть. Он должен умереть. Приветствую, сэр. Папа, а почему богиня так угрожающе выглядит? Это же богиня Кали. Священник, начинайте молитву. Раджу, отвези моего сына домой. Иди, помоги отцу. Ничего с ним не случится. Идем. Дорогой! Брат! Это же меч. Я знаю. Прошу тебя, отойди. Ты истекаешь кровью. Я знаю. Прошу тебя, отойди. Ты просишь меня отойти? Отойди! Всем стоять на месте! Мама, отец, сестры, братья, дяди, тети, дети, люди, преданные мне. Встаньте у меня за спиной! Те, кто осмелились напасть на моего отца, хватит ли у вас мужества встретиться со мной лицом к лицу? Сынок, я знал, что ты родился бойцом. Бей их!
Прикончить этого мальчишку! Давайте. Бейте. Бейте. Опустите ваши ноги и попробуйте ударить. Кто вас послал? Симандри. Симандри, это ты хотел убить моего отца? Знаешь, почему я не убиваю тебя? Если я это сделаю, моему отцу будет плохо. Исчезни. Мне никто никогда не врал. Впервые меня обманул близкий человек. Ты стал именно таким, каким я не хотел тебя видеть. Что за побоище ты устроил? Ты не можешь жить в этом доме. Уходи. Уходи, хозяин. Хозяин, вы вырастили меня, сироту. До этого дня я не говорил вам ни слова. Но сегодня я не могу молчать. Что ты хочешь сказать? А если бы с ним что-то случилось? С кем? С вашим сыном? Он один уложил целую сотню. Да если бы не он, что бы с нами было сегодня? Раньше, когда я смотрел на него, я сомневался, что в его жилах течет ваша кровь. До вчерашнего дня он не был вашим сыном. Но сегодня, побив этих бихарцев, он доказал, что он ваш сын. Ваш сын может быть только таким. Слово за слово, смерть за смерть. Хозяин.
У тигра может родиться только тигренок. Если я сказал что-то не так, простите меня. Да, брат? Раджу прав. Что бы вы ни говорили, я не могу принять его таким. Мы помогаем людям, но нажили много врагов. Мы не знаем, что с нами случится в следующую минуту. Поэтому эта сага должна закончиться на мне. Почему она должна заканчиваться, сэр? Чтобы творить зло, не нужна родословная. А чтобы делать добро, нужна? Ваш сын после вас должен занять это место. Почему вы? Раджу, хозяин. Папа, я с детства равнялся во всем на тебя. Как я могу стать другим? Прости меня за эту ложь. Я обманул тебя, что учился музыке. И еще кое-что. Мама. Дипали. Это Дипали. Мы любим друг друга. Ты говорил мне, что богатые должны жениться на бедных, а люди с большой семьей на сиротах. У нее даже родителей нет. Никого. Как это никого нет? У нее есть все мы. Зачем вы все продаете? Тебе нужно имущество, а мне нужны деньги. Говори, что ты хочешь, все отдам. Дом в Ситамадаре. Ситамадаре. Вот бумаги. Держи. Иди. Сэр? Давай деньги. Бери бумаги на землю. А что это за земля? Та, что под этим домом. Вы продаете дом? Зачем? Чтобы жениться на тебе. Давай деньги и убирайся. Живо! Мне не нужна земля, власть и престиж. Я хочу увидеть его смерть. Только после этого я смогу спокойно умереть. Хупати не смогут убить ни наемники, ни люди из Бихара. Его может убить только кто-то из приближенных. Поэтому я позвал тебя. Я знаю, что произошло после того, как твой брат выгнал отсюда твоего сына. Я все знаю. Зачем ты пришел? Посмотреть на меня? Он не пощадил собственного племянника, и ты его поддержал. Какой ты мне отец после этого? Уходи! Убирайся! Если бы я попытался тебя защитить, он бы пристрелил нас обоих. В его руках сила. Сейчас ты зол. Но я зол на него уже 10 лет. Сейчас мы ничего не можем сделать. Я позову тебя, когда настанет нужный момент. Тогда ты сможешь ему отомстить. Я знаю, как ты жаждешь занять место своего брата. Сделай, как я скажу.
и мои люди прикончат его. Это Стивен из Хайдарабада. Начинал с мелких убийств. А теперь ведет очень большие дела. Слышал по телевизору об убийстве 20 человек? Это его рук дело. До сих пор не было никого, кто бы мог справиться с Пхупати. Но теперь я нашел то оружие, которое принесет ему смерть. Это наше сотрудничество. Брат, сиди, сиди. Это Субрамани Шарма. Здравствуйте, сэр. Приветствую. Он известный астролог из Раджамундри. Когда наш мальчик собрался жениться, я показал ему их гороскопы, и он говорит, что мы должны провести молитву, чтобы благословить их на долгую совместную жизнь. Ты согласен? Или, может, пригласить кого-то другого? Раз ты ему доверяешь, значит, так тому и быть. Что мы должны делать? Завтра полнолуние. Жених должен вознести молитву в храме бога Шивы и бога Нарасимхи. Завтра в 9:30 утра. Хорошо. Но как он сможет быть одновременно в двух разных храмах? Ничего страшного. Пусть наш мальчик едет в храм Нарасимхи, а мы отправимся в храм Шивы. Раджу, отвези его в храм Нарасимхи, а мы с Лакшми поедем в храм Шивы. Я поеду с вами, сэр. Нет, я поеду с братом, а ты поезжай вместе с Риши. Да, брат? Правильно, он позаботится о нас, а ты о нашем сыне. Где Дипали? Сейчас придет. Дипали, скорее. Иду, матушка. Поезжай с Риши, дочка. Идем. Или с нами поедешь? Хочешь ехать с мамой? Да, я поеду с родителями. Приветствую. Приветствую. Все готово для молитвы? Да, сэр, прошу, проходите. Отец, твой план сработал. Ах ты, сволочь. Сдохни. 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 Сэр, вставайте. Вставайте, сэр. Матушка. Матушка. Хозяин. Вставайте, хозяин. Я же говорил, что поеду с вами. Я же просил. Вы отказались. Я бы спас вас ценой своей жизни. Вставайте, хозяин. Вставайте.
Я сирота. У меня никого, кроме вас, нет. Не оставляйте меня опять сиротой. Вставайте, хозяин. Вставайте же. Вставайте. Вставайте. Риши. Риши, эти мерзавцы убили их. Диполи. Прости, Риша. Я не смогла спасти маму и папу. Я не должна была оставлять тебя одного. Риша, я хочу... Он будет хорошо заботиться о сестрице. Диполи особенная для нас. Поцелуй меня. Поцелуешь? Твой отец мертв. Это я придумал, как убить его. Как ты посмел со мной тягаться? Хочешь знать, кто за всем этим стоит? План был мой. Но убийц было двое. Первый твой дядя. А имя второго я тебе не скажу. Хочешь им отомстить? Так попробуй найди их. Обыщи хоть весь мир, все равно не найдешь. Иди сюда. Хочешь убить меня? Иди сюда. Иди. Я не дам тебе шанса себя убить. Я сам это сделаю. Сам. Говори. Говори, где они? Не скажу. Отвечай. Они могли уехать в Дубай, Лондон, куда угодно. Ищи их до конца своей жизни. Я должен их найти. Они убили всех. Я должен их найти, Раджу. Тогда мы не знали, куда исчез его дядя. Позже нам стало известно про Стивена и Роберта, которые ведут свои дела в Хайдарабаде. Поэтому мы здесь.
Ты, дочь Нану и Риши, поехал в Бангкок, чтобы получить от тебя фотографии. Такая беда ни с кем больше не должна повториться. Он начал уничтожать всех, кто был связан с этой группировкой. Никого не оставлял в живых. Сейчас осталось только трое. Твой отец, Стивен и Роберт. Если ты скажешь нам, где искать Стивена и Роберта, мы пощадим твоего отца. Если нет, убьем. Прости. Прости меня, Нандини. Чтобы их вычислить, я притворился, что люблю тебя. У меня не было другого выхода. Садись. Ну и игры у вас. Что смотришь? Ешь? А то совсем исхудал. Теперь я расскажу вам историю. Парень пристает к девушке и не дает ей прохода признаниями в любви. Как только она отвечает взаимностью, говорит, что любил другую. Прости, супер, правда? Черт возьми, а все ты. Эй, смотри сюда. Смотри сюда. Говоришь, что твоя любовь была притворством, ладно? Но если ты так хорош в игре... Представь, как было бы здорово, если бы это было правдой. నిన్ను పక్కాగా పెళ్ళాడే పిల్లదానే నేనుగా కన్నాదో పొరా పొరా పొర్రగా నిన్ను పక్కాగా పెళ్ళాడే పిల్లదానే నేనుగా అరి ఎట్టాండోడినే అయినా ఎట్టాండోడినే అయినా ఎలాంటోడినే అయినా ఎంత టోడినే అయినా పిల్ల నువ్వు చిటికేస్తే చిత్తం అంటున్నా నాతో జాలి జాలిగా ఎంచక జోడిగా ఆడి పాడే ఆడా తోడు నువ్వేనంటున్నా చాలా చాలా టైటర్ ఎస్
సరుకు సోకనచ్చే నీకెతికు పెట్టేసుకున్నా తడుకు తవల బాగు నాదేనంటూ వట్టేసుకున్నా జతకా నీలాంటోడే కావాలంటూ మొక్కేసుకున్నా నువ్విలా చిక్కేశాక నీ గుండెల్లో పక్కేసుకున్నా సరేలేమన్నా నాలో సగం నువ్వన్నా నాతో గిల్లి గజాలో లిగ అల్లి బిల్లి గిల్లికి సరిపోయే సఖి ప్రియా నువ్వేనంటున్నా నిన్ను ఏ తల్లి కన్నాదో పిల్ల పిల్ల పిచ్చుగా నిన్ను పందెంట్లో పెళ్ళాడి చేసుకుంటా మచ్చిగా అమ్మని ఒంటి రంగు మిలా మిలా కొహినూరు రమ్మనే ఓ రానవే గుండెల్లో నా గోలీబారు ఒసిరే నీ కౌకిల్లో స్వర్గానికి ఫ్రంట్ డోరు పడితే ఉడుంపటి నీ చేతుల్లో బంగారు నచ్చిందే హుషారు అరే నువ్వు నేను మేజరు ఎందుకింకా లీజరు నిన్ను గుచ్చుకోవాలందే నా మెళ్ళో పులి గోరు ఏ తల్లి కన్నాదో పొరా పొరా పొర్రగా నిన్ను పక్కాగా పెళ్ళాడే పిల్లదానే నేనుగా నువ్వు మామూరోడి అనుకున్నా సుమారోడి అనుకున్నా నువ్వు మామూరోడి అనుకున్నా సుమారోడి అనుకున్నా అందరిలాంటి అల్లరోడి అనుకున్నారా అని నీలో కరెంటు కండల్లో టాలెంటు ఇంతుందని నేడే కళ్ళారా చూసారా నిన్ను ఏ తల్లి కన్నాదో పొర్ర పొర్ర పొర్రగా నిన్ను పక్కాగా పెళ్ళాడే పిల్లదాన్ని నేనుగా Сэр, человек, который называет себя мятежником, убивает наших людей. Я слышал, вы его следующая цель. Информация верная, сэр. Думаю, положение очень серьезное. Может, расскажем обо всем Стивену и Роберту? Мы сами с ним управимся. Где он? Где? Алло. Мятежник. Если ты думаешь, что убив парочку моих людей, сможешь убить Стивена и Роберта, мне жаль тебя. Ты понятия не имеешь, с кем связываешься. Слышишь меня? Мятежник. Я тебе уже представился, а мне нет нужды в ваших представлениях. Ты скажешь мне, где Стивен и Роберт, или хочешь погостить у меня? Ты что, решил меня похитить? И решил поставить в известность? Да. Я всех заранее предупреждаю. Хорошо. Где? Когда? В какое время? Как пожелаешь. Выбирай сам. Вот это мужской разговор. Приходи в мой дом завтра в 10 вечера и похищай. Договорились. До завтра. Сэр. Он бросил мне вызов. Собирается выкрасть меня из моего собственного дома. Собери здесь всю охрану, которая только есть в этом городе. Посмотрим, на что он способен. Ну что, уже 10? Где же ты?
Где? Ничего у тебя не выйдет. Выйдет. Не выйдет. Выйдет. Вперед. Папа, я ушла из дому не в силах выносить твои преступления. Но тебя это не остановило. Стивен и Роберт убили всю семью Риши. Если ты не скажешь ему, где они, он убьет тебя. Нандини, ты не сможешь меня разжалобить. Парни, убейте эту девчонку. Хочешь убить меня? Меня, Нану? Ну, попробуй. Ты мне не дочь. Я убью тебя. Я сам тебя убью. Папа, я твоя дочь. Хочешь, удивлю тебя? Парни. Мятежник не так глуп. Вчера он перекупил твою правую руку Фарука и всех остальных. Не трать мое время, говори, где Стивен и Роберт. Не скажу. Раджу? Бас. Он спокойно сидит под кондиционером в этой комнате и не хочет с нами говорить. Едем. Нанду не вынесет, если мы будем пытать ее отца при ней. Отвези ее домой. Риши. Каким бы плохим ни был мой отец... Но все-таки он мой отец. Пожалуйста, не мучай его. Нандини, ты так любишь своего отца? Риши, убьешь ли ты Стивена, Роберта или меня, мне плевать. Только убей ее первой. Она мне больше не дочь. Убей ее. Я прошу тебя. Убей. Говори. Не надо. Я скажу. Я скажу. Не надо. Ты сам выманишь их, пообещав хорошую сделку. Они не придут. Придут. Ты их уговоришь. Стивен. Слушаю. Сэр, это Нану. Слушаю, Нану. Предлагают хорошую сделку. Сумма? Около 100 кроров. Где встретимся? Где обычно, сэр. Ладно, увидимся. Да. Привет, Нану. Как ты?
Стефан, Роберт. Роберт. Приятно познакомиться. Не думал, что так быстро вас найду. Реши. Сори, Реши. Прости, Реши. Думаешь, прошу прощения за то, что сделал все это ради денег? Так ты решил, что это ты нас нашел? Если бы это было так просто, мы бы не заработали себе такую международную славу всего за 2 года. Хочешь поймать Стивена и Роберта, да? Поймать Стивена и Роберта. Удивлен? Дурак. Мы не Стивен и Роберт. Ты ничего нам не сделаешь. Стивен и Роберт тебе звонят. Отвечай. Риши, как ты? Сколько лет, сколько зим? Это мы. Стивен и Роберт, твой дядя. Пытаться поймать нас с помощью нашего подчиненного — какой дешевый трюк. Стивена и Роберта так не достать. Ты даже пальцем ко мне не притронешься. И хочешь знать, почему? Потому что... И твоя девушка, и твой помощник у нас в руках. И самая потрясающая новость. Мы выкрадем тебя из твоего собственного дома. Дома героев. Разве не свежий сюжет? Это будет весело. Приезжай сюда. Добро пожаловать. Как ты, мой мальчик? Сердишься на меня? Ну что поделаешь, такова жизнь. Но не думай, у тебя нет никаких шансов меня убить. Жаль, ты не видел, как умер твой отец. Я расскажу тебе. Его голова склонилась, глаза были закрыты, и я выстрелил в него вот так. Вот так. Стой, стой, назад. Назад. Чтобы нас увидеть, тебе понадобилось 2 года. А чтобы убить, понадобятся десятки лет. Нас убить невозможно. Еще не родился тот человек, который убьет Стивена Роберта. Ты видишь перед собой настоящего мужчину, верно? Чушь. Настоящим мужчиной нельзя стать, им нужно родиться. Ты позвал 100 охранников, чтобы привести меня одного. И ты называешь себя мужчиной? Ты убил своего собственного брата и людей, которые называли тебя родным, и ты мужчина? Сразись со мной один на один, без охраны и без оружия. И вот тогда я признаю, что ты настоящий мужчина. Я даю тебе 5 минут. Прикажи своим людям, одному или сотне, пусть выходят сюда и попытаются убить меня. Я пропущу эти 5 минут, но на 6-й разнесу все здесь в пыль. Сделай же это. И я клянусь своим отцом, твоего сына, я живым отсюда не выпущу. Вот это слово настоящего мужчины. Кто здесь еще считает себя мужчиной? Спокойно, детка, остынь. Не надо так нервничать. Мне нравится эта игра. Очень нравится. Ну что ж,
Давно я не разминался. Очень давно. Будь то машина или человек, после меня остаются лишь щепки. Мы готовы. Чтобы тебя убить, мне не обязательно марать руки. Хватит и моих девочек. Крошки, развлекайтесь. Вот и все. Мятежнику конец. Девушкам с мятежником не справиться. Не трать зря время, Стивен. Зови парней. Парни! Отлично, ребята. Он встал, смотрите. У вас осталась еще минута. Убейте меня. Или я убью вас всех. Мальчики, девочки, отдыхайте. Наши 5 минут истекли. Теперь время мятежника. Детка, попроси его встать. Время мятежника пошло.
Ударь его! Вот она, сила мятежника. Всего один удар, и тот парень больше никогда не встанет. Он мертв. Можешь сам проверить, если сомневаешься. Сынок! 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 И снова. Что плачешь? Плачь. Плачь. Раджу.
С этого дня мое имя Дипали. Фильм Рагхава Лоуренса. Переведено и озвучено на производственной базе ТПО Red Media. Jolly ga, yeh chaka jodi ga, adi pade yada todu nuve nantunna.